И всем привет, дорогие друзья, с вами мистер 759 в новом скине. И мы... То есть я начинаю проходить, или не проходить, делать летсплей по Майнкрафту. И да, друзья. Так, лагануло немножко, лагает. Так, и очнулись мы в каком-то тупом мире. Да, именно так. Мы очнулись в каком-то бреде. Так что сейчас я перемещусь в другой мир. Пиу! Я прям маг. Ну и так, ребят, мы наконец-то приземлились в нормальном таком мире. Лес. Думаю, красиво. Ну что, природа, да? Итак, ну с чего же бы нам бы начать? Так, ну давайте первое нарубим деревья. Ну, это же делает каждый, правильно? Рубаем дерево. Итак, у нас есть хотя бы 5. Так, мы открыли инвентарь. Ладно, надо немного еды добыть. Блин! Черт. Так. Крафтим верстак. Ставим верстак. А, зачем же мне... А, ну да. Так, делаем палочки. Так, будущие палочки. И делаем... Упс. Да, вот так. Я получил деревянный топор. Так, рубаем. Я уже скрафтил деревянный топор. Добываем. Первая серия будет маленькая, совсем маленькая. Ну, и на самом деле мы на этом заканчиваем. И я вам говорю... Нет, я вам ничего не говорю. Просто потому что серия будет длиться где-то, ну, где-то 8 минут. Минимально. Итак, давайте поставим первое ограждение. Раз, два, три, четыре. Раз, ой, блин. Ах, все, нормально. Так, ставим сюда. Сюда. Так. Берем этот кубик. Ну, думаю, так вот получится. Ага. Пока что дом полностью мы делать не будем. Вот так давайте сделаем на время. Блин. Так, теперь... Что-то у меня с интернетом какие-то проблемы, ну ладно. Это к нам пока что не относится, потому что мне пока что интернет не нужен. И теперь давайте скрафтим... Кирки. Давайте 2. Ну и сундучок. Двойной. А, блин, не хватит. Ну ладно, поставим пока что одиночный. Так. Рукой почищу. Реально, лучше рукой чистить сейчас, когда у меня ничего нету. Все.
Так. Ну, давайте положим ненужные вещи. У меня их очень мало. И давайте покопаем. Немножко вот тут давайте покопаем. Так. Может быть, что-нибудь полезное-то и найдем. Но пока что ничего полезного, даже угля. Угля мы не нашли. Но я уверен, мы найдем. Так, немножко залагало, простите. Так, 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 блин. Не успел докопать, так уже второй пошел. Так, ну давайте просто копать. О, точно, давайте тогда скопаем шахту, как копают некоторые. Вот, блин, вот, стоп, я свинью-то убил? Эту свинью убил? Я свинью вообще-то убивал или нет? Летучая мышь? Шахта! Ребят, если мы видим летучую мышь, это означает то, что поблизости шахта, вот. Так вот мы определяемся. Ну, и мы уже пошли такую... Не шахту, а как бы такую. И там лава. Потому что там светло. Странно как-то. Так, ну по-любому я туда пока что не пойду, потому что у меня не сооружение. Это во-первых. Во-вторых, ненормальной кирки нет. Это вдруг железо или что-то такое. И придется мне выбираться как последнему идиоту. Так, надеюсь, там подо мной ничего такого нету. Там овечки. Так, я, если честно, все сейчас вижу, потому что я встал со стула. Когда встаешь со стула... О, все, можно сесть. На, ну все. О, привет, овечка. Поможешь мне кроватку сделать? Итак, о! Яйцо! Два яйца. Так. Прости, курица. А, тыквы, тыквы, тыквы! Блин, ну офигенно. Ну, ну блин, ну... Ну, все за одну серию. Вернее, за первую часть, да, ребят? Все за единую чертову первую часть. И что-то я боюсь уже как-то, потому что я потерял, где мои вещи. Признавайтесь, где мои вещи. Так. И, блин. Я потерялся, я потерял... А, нет. Все нормально, о господи, я уже перепугался. Можем абсолютно все вещи. Достаем булыжник. Делаем печку. Это очень круто. Это очень забавно. О, да. И теперь ставим ее. О, да. Мы поставили печку. Теперь... Что же сделаем? То, ради чего Майнкрафт существует. Хотя... Да. Так, вроде бы все посчитал. Не, давайте тут... По одной палке. Дальше делаем одну каменную кирку. И один меч. А, все, остальное ложим. Так, берем это и это. И идем за овечками. Так, куда я уже шел? Я... О, спасибо, что вы существуете. Так, о, яйца курятины. Блин, что за фигня? Так. Блин, и, честно говоря, мне это уже не нравится, то что... И, ну, вообще мне... Если честно, немного и нравится, и не нравится. Так. Печку, если что, потоплю. Да. Печку же можно топить и топить не только...
Тростник! Охрененно, мы нашли тростник. Смотрите, вон первый тростник. И вон... И мы нашли какого-то слишком быстрого зомби. И это мне совсем не нравится. И у нас есть одна шерсть. И это мне нравится. И у нас полностью нету голода. Поэтому не отравись, не отравись. Ура! Мы не отравились. Есть. Так. Быстро срубываем эти тыквочки. И в скором времени мы их будем выращивать. Да, дорогие друзья. Мы их будем выращивать. И я сезон не закончу, пока не сооружусь нормально, пока... пока не сооружусь. Так, и давайте сразу же... О, у нас уже первый левел, это отлично. Хотя бы какой-то левел у нас есть, поэтому... мочим все, что видим. Короче. Так. Как красивее будет, а? Да ну не хрено. Так. Что за фигня? Летай. То есть, так. Давайте возьмем немножко песка. Нахрена это делаю мечом? Все, можно возвращаться домой. Только, честно говоря, не помню, где наш дом. Так, не отрави, не отрави. Ура, не отравила. Не отравила. Что-то она слишком удачная. Тьфу-тьфу-тьфу. Через левое плечо, гад. Так. Так, я, походу, знаю, где, откуда я пришел. Потому что я помню. Я точно помню. А вообще, ребят, из-за того, что я буду поступать по-нубски, да, по-нубски, но вы поймите меня, то, что это все-таки мне надо находить дом. Вот. И... не каждый хочет смотреть, чтобы искать какой-то бред. Ну, в смысле, блин, например, полтора часа искать свой дом. Это не круто, поэтому я буду, как последний нуб, оставлять за собой блоки. Да, ребят, это по-нубски, я знаю, не надо обзывать меня. Нуб. Да, не надо. И сейчас, так, мы будем топить, блин, короче. Давайте поступим как нормальный человек. Ребят, знаете, это так круто, да, рубить. Мы все срубили. Теперь вырубаем это. И я вижу скелета, нахрена я все положил. Пошёл нафиг. Не, пожалуйста. Я эту могилу до бедрока докопаю. Я вам обещаю. А, ладно, когда только похороню второго скелета. Ну где ты? Выходи. Я защищаюсь. Так, давайте вещи подберем, а то сейчас пропадут. Я просто никогда не люблю, когда у меня вещи... не про... блин, как бы это сказать-то? Не знаю. Так, ну а FPS у меня 30, 20. Надеюсь, это не слишком уж... это мало, я знаю. Так. Ну, я там не договорю, конечно. То, что я не люблю, когда предметы исчезают. Вот. Мне это вообще не нравится. Я всегда, когда выбрасывают предметы, я всегда за них волнуюсь в любом видео. Даже если выбрасывают... деревянный меч. Не знаю. Ну, ладно. Копаем. Или добываем. Вот это дерево большое. Слишком большое. Пью. Хочу попрыгать, знаете. Люблю так прыгать.
Нет! Блин, так надо. Ух ты. Спасибо, Санта-Клаус. Спасибо, Санта-Клаус. Идем, ребят. Угу. Так, так. Положим в печку только два. И положим вот это. Свет! Да здравствует свет! Ой-о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 й
Короче, я не успел даже... Да пошел ты нафиг. Да хрена с два. Хрена с два тебе. Так, я лучше буду выходить с мечом каменным. Все. Быстрее, быстрее. О, наконец-то. Так. Кушаем. Так, еще у нас есть гнилая плоть, саженец, ели и три яйца. 6 пёр. Так, что там из, можно из пёр сделать, я не помню. Да, и мы уже снимаем аж 16 минут. Да, ребята, действительно, 16 минут. Это, я думаю, слишком уже нормально. И... Да, я, наверное, на этом уже закончу. И я вам это скажу. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Кто хочет сыграть со мной, если хочет, у кого-то есть такое желание. Ну, мало ли, может, кто-то все-таки хочет со мной сыграть. Сыграйте, напишите мне это в личку или в комментариях. Мне уж все равно. Какой же фон!